Всем привет, друзья! Вы на канале? Здравствуйте, мои дорогие! Наденечка, мы сегодня что будем делать? Кекс смотреть. Кекс смотреть? Не, снимать очередной развивающий ролик. Мы сегодня будем делать самостоятельно самодельную красочку, а потом на улице будем ее рисовать, да? Да. Ну что, поехали? Нам понадобится мука, вода и пищевой краситель. Все просто. А где пищевой краситель? Смотри, какого цвета выбираем? Красный, а, будем два смешивать? Давай, красный. Посмотрим, какой цвет заодно получится. Красный. У нас есть бутылки. Давай, мы сюда красочку красный зальем. Так, сначала наливаем воду. Да, потом насыпаем муку и краситель. День, ты будешь участвовать? Краситель будешь сыпать в бутылку? Красный, потом зеленый. Давай краситель в бутылочку сыпать. Красный. У нас будет два цвета как раз, да? Красный и зеленый. Красный. Давай, насыпай туда. Аккуратненько сыпьте. Какой цвет он? Это красный. Смотри, сейчас у нас как водичка цвет поменяет. Какой? Меняет цвет водичка? Да. Нам надо сделать консистенцию густой сметаны. А теперь зеленую. А теперь зеленую, да. Зеленую. Помогаешь маме? Молодец. Так. Налил. Бери, налил, давай теперь. Мамы налил. Теперь насыпай зеленый. Да. Туда. Зеленый, мама, зеленый. Молодец. Зеленый. Вижу. Так, мам, вот зеленый. Смотри, как у нас водичка растекается там. Мясо, да? Зеленый. Зеленый. Да. Классный. Ну что, теперь муку сыпать будем? Да, муку. Муку до конца, но нам нужна консистенция густой сметаны. То есть будем на глаз все это делать. Зеленый. Классный и зеленый. В крышечках нам будет проделать дырки, это я проделаю старинным народным методом, открывашкой. Сначала сделаем консистенцию, правильно? Красный и зеленый, папа. Красный и зеленый? Да. Какой тебе больше-то нравится цвет? Зеленый. Зеленый больше нравится? Ну ладно. Самое главное, что это натуральные. Натуральные краски, мы будем рисовать именно асфальт. Классный нравится. Все, поехали сыпать. Проверяй, чтобы мама ничего мимо не просыпала. Зеленый. С белым. Денис сыпет. О, вот, молодец. А смотри, равновесие надо держать. О, давай еще сыпать. Муки. Ой, сколько муки, да. Все. Много, день? Сколько ложек ты успел посчитать? Два. Две? Нет, это ты две насыпала, а мама тоже ложек 10 насыпала. А где без мука? Ну ладно, этот мы момент пропустим, да, и уже перейдем к готовому. Мука. Готовые краски перейдем, да? Потому что нам еще красную засыпать надо. Ну а все, наша краска готова. Надо хорошенечко взболтать, да, день? Умница. Делаем дырки и идем на улицу, да? Да. Молодец. Все, сейчас папа делает дырочки. Один. Ты хорошо потряс? Один. Ну-ка еще разочек потряси получше. Вот так вот. У нас консистенция густой сметаны должна быть. Вот, молодец. И это тоже потряси. А такая она густая. Так. Одна дырка есть. И давайте вторую. Сейчас посмотришь. Все. Мама, подержи бутылочку. Вот. Инчка, что будем рисовать красками? Гули напишем. Что напишем? Гули-гули. Гули-гули? Да. Ты их так будешь зазывать? Да. С помощью надписи на асфальте. Голуби, летите ко мне. Гули-гули написано, да? Или ты сможешь? Пойдем. Давай, зеленый. Будешь сам давай пробовать? Давай с мамой вместе сначала попробуем. Давайте. Гули-гули, давай. Это буква какая нарисовалась, смотри. Как? Разве И? Может быть, другая буква? Да. Какая? Только не наступай. Какая? Нет. Что за буква? Давайте поймем. Ну, смотри, что это за буква? Это какая буква, день первая? Г. Так, а вторая? У. Правильно. Смотрите, какая красивая краска получилась. Ой. Вроде самодельная, да? Гу. День, давай, еще дальше какая буква пойдет? Хватит уже, жирник так. Ты тоже участвуешь, день? Направляй маме на руку. Да? Гу. Гу. Ли. Ли. Ну что, как тебе нравятся самодельные краски, день? Оп. Нас
заканчивается уже зеленый цвет. Подожди, подожди, здесь пробка. Пробка образовалась. Наверное, там комки собрались. Давайте ли, напишем да, и другой, другим цветом. Может, другим красным допишем букву «и»? Давай красным букву? Допишем. Да. Давай, неси красный. Красным, да? Ну, нет. Интересно, у нас краска получилась? Вон, смотри, Денис, мы на гуле приманили голубя. Видел? Смотри, кто бегает. На гуле. Сколько хочешь гулик? 10. Сколько голубей? Вот, 10 голубей будет. Давайте поменьше цифру сделаем. Нет, смотри. Сейчас 10 голубей приманиться должно. Один. Один пока, да, все правильно. Ой, десятка какая красивая, да, получилась? 10 гулей сейчас прилетит. Да. Сейчас мама еще букву облагородит. Денюш. День. На О похож, конечно. Это ноль или ничего? Как там стихотворение звучит, помнишь? Расскажешь про ноль и О? Да. Расскажи. Когда гули прилетят, расскажешь? Да. Приманили голубей, да? Приманили? А теперь отгоняем, да, от нашей надписи? Все, отогнал, Дим, молодец. Друзья, сегодня у нас был DIY. Мы делали самодельные краски и рисовали на асфальте. Мы написали 10 гули. 10 гули, да? И приманили тем самым голубей. А, это такая развивающая игра. Мы и творчеством позанимались, и DIY сделали, и гули прилетели, да? Но вы подписаны на наш канал, ставьте пальчики вверх. Как пальчики вверх, Ди? До новых встреч, друзья! Пока!